Hello everybody, this is the Battle of Saitama and Garo with sound effects. Привет, друзья! Это третья серия озвучки битвы Сайтамы против Гару из оригинальной манги One Punch Man. Хоть эти видео и набирают мало просмотров, но по вашим просьбам я продолжаю их выкладывать каждый день. Поэтому я прошу вас поставить лайк и подписаться на канал. А также хочу выразить отдельную благодарность донатерам: Роман Виговский, Battleborg, Доктор Баг, Элджин 142, Чепчик, Денвер, Диктобус, Евгений, Малик из Магомбетов, Мит и, конечно, Бустерам, Фасту Накамура, Беликта, Даниил Мякишев и Battleborg. Огромное вам всем спасибо за поддержку канала. Вы действительно очень мотивируете меня и помогаете продвижению канала. Если ты тоже хочешь попасть в видео и поддержать меня, ссылка на донат и на мой Бусти будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. And now, let's go! Черт, моя монстрификация ускорилась. Я точно стал сильнее. Но кажется, будто я ни на шаг не приблизился к его уровню. Чего именно ты добиваешься, Гароу? Раз уж ты охотишься на героев, я думал, что у тебя какая-то обида на них. Но потом ты встал на сторону героев против многоножки и спас людей. Если хочешь таким заниматься, можешь просто стать героем. Почему ты притворяешься монстром? Пошел к черту. Во-первых, когда я это помогал героям? Тупоголовая обида оказался там случайно. Я просто использовал его. Тупоголовая бита? Если я не сконцентрируюсь на собственной одиночной силе, я никогда не добьюсь своей цели. Ага, твоей цели? Это типа та штука про абсолютное зло и мир во всем мире, да? С чего ты это вообще взял? Ну, ты похож на чувака, который бы помог упавшему ребенку встать на ноги и начать сначала. А у этого пацана кишка не тонка. Он даже не думает сбегать. Тебе стоит прислушаться к его чувствам. Заткнись! Кулак убийцы богов. Моментальная атака. Эти твои странные движения, когда ты уклоняешься от моих ударов, это что-то типа боевого искусства, а? Это совершенная боевая техника. Будь благодарен за такой опыт. Этот тупица, он уворачивается от моих комбо-атак только за счет скорости и рефлексов. Но его техника крайне несовершенна. В ней полно уязвимостей. Отсутствие техники тебя и погубит. Твое следующее движение и все, что после него. Я легко могу прочитать их всех. Кулак! Убийца богов! Восходящая атака! Величайший удар. Важно, как прочны твоя кожа и кости. Натренировать внутренние органы невозможно. С разорванными внутренностями даже он больше никогда не сможет геройствовать. Больше никак... Что? Открылось! Ура! Мы спасены! Здание!
а чё это вы тут выползли? О, герой! Мы сотрудники подземного убежища! Мы попали в ловушку, когда проверяли, остался ли кто-то на поверхности. Вокруг была кромешная тьма. Не получалось даже позвать на помощь. Мы думали, нам конец. А, похоже, обломки снесло вместе со зданием. Не знаем, как и отблагодарить вас. А, не меня. Вон тот парень сделал это. Спасибо вам огромное! Ребята, вам лучше эвакуироваться, пока это возможно. Да! Чувак, как для абсолютного зла ты неплохо спасаешь людей. Отлично сработано. Мое совершенное боевое искусство. Ты, ублюдок, издеваешься надо мной? Арена эвакуации. Дорога закрыта. Все ли горожане эвакуированы? Остались двое пенсионеров. Смотрите, как близко подобралась лава. Она накроет весь город. Папа, наш дом сгорит? Ничего. Пока мы живы, всегда можно начать сначала. На вершине что-то светится. Это вулканический свет? Похоже на предвестник землетрясения. О, ты снова стал немного круче. Да, и это ты называешь немного? То, что у тебя что-то получается, даже когда ты не стараешься, напоминает мне Кинга. У тебя отличные геройские инстинкты, разве нет? Мы должны найти Торео. Все, кто еще может двигаться, за мной! Нужно добраться до берега! Разбухший труп? Выходит, были гражданские. Кто не успел вовремя? Это так трагично, бедняга. Покойся с миром. А, это же свинобог. Хватит придуриваться. Техника нет. Скорость нет. Сила нет. Комбо-атака. Как, черт возьми, мне достать этого парня? Ого, довольно мило. У тебя так много рук? О, и правда, их еще больше. Комбо-атака нет. Смекалка, черт. Предельно
твоей мощи! Мы тонем! Нет, я не хочу умирать! Мамочка! Чьей блестящей идеей был и марш-бросок через океан? И почему до сих пор нет героев или отряда спасателей? О, боже! Кто? Учитель! Старшие, вперед! Другое измерение. Пространство вокруг Земли искажается. Магнитное и гравитационное поле сошли с ума. Что происходит? Что за... Земля вздулась! Похоже на то, что океанические плиты, ушедшие под землю под воздействием земной коры, вытолкнула назад какая-то мощная сила. Ага. Кто мог это сделать? Не могу представить, чтобы кто-то из землян был способен на такое. Вероятно, просто аномальный тектонический сдвиг. В любом случае... Этот ублюдок собирается прорваться через пространственно-временной барьер! Нужно поторопиться и починить его! Серия обычных ударов! Даже с удвоенными кулаками я не могу угнаться за ним! Мы явились уничтожить наглеца, бросившего вызов Богу. Я думал, он говорил обо мне. Но это должно быть о нем. Да что он вообще такое? Он будто воплощение несправедливости. Я не могу. Не могу вот так позволить себе проиграть. Да пошло оно все к черту. Даже когда я сумел зайти так далеко, я был стерт в порошок этой непреодолимой несправедливостью. Неужели это все? Я услышал тебя. А? Рад, что вы все сумели выбраться. А? Как они все поместились в его желудке? Мастер в майке! Мастер! Бесправный ездок! Ребята, вы тоже сбежали из больницы? А? Что не так? Эй, там... Что с этими облаками? Странные грозовые облака. Гарроу. Кто ты? Твое самое сокровенное желание в шаге от того, чтобы быть разрушенным всего одним героем. Заткнись.
или я тебя прикончу. Есть лишь один кулак, способный остановить. Кулак, направленный против Бога. Как думаешь, какой? Что ты имеешь в виду? Кто ты такой? Покажись. Я лишь пытаюсь помочь тебе. Старик? Какой же учитель станет просто смотреть, как избивают его ученика? Идем. Кто-то приближается. Гарроу? А? Опять так быстро сменил костюм? Гарроу, что с твоим лицом? Нечто, что может одолеть кулак, направленный против Бога. Я помню. Это может сделать только сам кулак Бога. Его голос звучит, как будто он говорит из ванны или типа того. Пробужденный Гарроу. Форма космического ужаса. Кулак горного потока, крушащего камни, требует знаний о течении бушующих потоков энергии, которых он воссоздает при помощи тела пользователя, а затем вкладывает в кулаки. Способность Гарроу адаптироваться и копировать техники является продолжением этих потоков. Теперь Гарроу постиг течение всех энергий и поведение всех сил во Вселенной. Кулак. Истребление жизни. Ядерное расщепление. А? Что на этот раз? Система обеззараживания запущена во всех частях судна. Это предупреждение. Оно означает ядерную атаку. Это напоминает энергетические сферы бомжа Императора. Божественная сила. Эти взрывы такие мощные. Что, черт возьми, там происходит? Сенсей. Чувак, ну что за дела? Ты окончательно испортил мой костюм. Сейчас тебя реально волнует твой внешний вид. Я вижу все твои движения насквозь. Опять разбрасываешься пафосными фразами, как плохой парень перед тем, как получить по лицу? Я чувствую, что способен на все. В боевых искусствах есть секретные техники, называемые шекей, которые одалживают силы природы путем имитирования движений живых существ. Я называю их режимами. Так круче звучит. Например, как тебе этот режим Сайтама? Серия обычных ударов. Серия обычных ударов. В
Впервые кто-то дал тебе отпор при обмене ударами, ты будто язык проглотил. Сейчас мы, возможно, равны, но скопированные мною техники всегда молниеносно оттачиваются до совершенства. Скоро ты сам станешь лишь моей жалкой копией. А? Чувак, я же пообещал пацану, что не получу ни царапины. Я на твоих глазах почти достиг такой же бесконечной силы, как у тебя. А тебя все еще заботит тот пацан. Это заставляет меня сожалеть о том, что я не успел показать ему, как бессильный герой. Видишь, тебя он тоже заботит. Кулак истребления жизни. Не знаю, что это, но думаю, эта штука принесет серьезные проблемы, если коснется земли. Дурак, ты не можешь отбить мою атаку обычным прыжком. Гамма-всплеск! Гамма-взрыв – это энергия, выделяемая умирающей звездой, и самый разрушительный взрыв во Вселенной. Свет ярче, чем днем! Да, это был чей-то прием. А? Не может быть. А, слишком ярко. Башка кружится. А? Эй, световой флэш. Что здесь делает монстр? Я просто нашел экзотичного зверька, которого можно использовать как фонарик. Ага, это я, экзотичный зверек. Момент. Все присутствующие герои поняли, что вне всякого сомнения источником тех взрывов было это чудовище. Гарроу! Монстр? Это правда охотник на героев? Он превратился в монстра? Это давление. Очень плохо. Я могу ощутить его кожей. Бежать бесполезно. Я, наконец-то, стал им символом ужаса, который вергнет героев в отчаяние абсолютным злом. Спасибо. Гарроу, это ты? Старик, так ты жив? Это форма. Что с тобой случилось? Хотя, я чувствую, что ты снова в сознании. Ты сказал спасибо. Тот монстр что-то с тобой сделал, а? Не совсем. Я всегда был в сознании. Протяни мне руку. Ага, будто старик стал бы со мной нежничать. Даже если ты не пожал мою руку, ты все же коснулся. Так и знал, ты монстр. Думал, если притворишься стариком, сможешь управлять мной как марионеткой. Что ты сделал с моим телом? Я желаю сделать тебя своим аватаром. Что до того, как использовать силу, ты уже знаешь, что делать. После этих слов он исчез, а я едва не отрубился от потока энергии, прошедшего по моему телу. Старик, однажды ты сказал мне кое-что. Чувствовать течение энергии и становиться с ним единым целым. Вот в чем сила кулака горного потока. Я слился с потоком энергии и научился его контролировать. Так что я правда благодарен.
Я сумел не превратиться в марионетку той пузырчатой твари. Поэтому я делаю все по собственной воле. Гару, что ты собираешься делать? Ты самый крутой герой! Прости, Тарео. Пора прощаться. Время вершить зло.